Я з самої Вінниці, мій побратим з Києва. Я 23 числа ночью уже собрался с работы, сказал, что уже все, уже иду. Меня полностью поддержали. И 24-го ночью в 5 утра уже собрался, поехал на поезде в Киев, но до Киева поезд не доехал. Поэтому я вышел в Попельне, это Житомирская область, и благополучно там не смог доехать до Житомира, потому что ничего не ходило. И пришлось призываться в Житомирском военкомате, Попельнянском военкомате, и ехать уже в Житомир вместе со всеми людьми оттуда. И там уже я наконец-то догнал Трамадола, и мы попали в один подраздел. Первую неделю вообще было насыщенно, прям сильно насыщенно, то есть не спали практически по 2 часа. Ну ничего, нормально. Комфорта мало, но полно мотивированных людей, это первые дни, самые мотивированные пошли тогда. То есть очень много мотивированных людей и очень хорошие коллективы были. Первый бій такой, чтобы у нас был крупный, был недели через 3. Нет, 51 это неделя была. Неделя? Неделя, полторы. Где-то так, неделя или полторы было, и это был 51 километр, блокпост, там как раз происходила ротация наших подразделений. То есть мы передавали этот пост нашим сусідам, и как раз на эту ротацию туда решили ломануться вороги. Мы их по-другому называли, но вороги. Так. Вот. И тогда как раз происходила ротация, мы общались с людьми, которые должны были заходить. Там было их что-то, по-моему, 5 человек, да. 5 человек было, все как бы эти были новенькие. Да. Получилось, что одни ушли, вторые не пришли, там 5 новеньких стоит, короче, у них был РПГ, 5 выстрелов и пулемет. Мы вдвоем, и наш НШ был, потому что он должен был передать по документам. И, короче, станчик отработали, заехала Бэха с десантом, человек 20 их было, короче. Вот, и вот так вот. Там, начали бой, вызвали артиллерию, и артиллерия отработала вообще вот, просто классно. Идеально. Да. Если бы не артиллерия, конечно, было бы нам кранты. Помню этот, как наш первый штаб был в церкви, и церковь разбили. Угу. И мы оттуда ушли. И я запомнил, что командир роты пошел, вынес Библию из церкви. А потом он на хлебзаводе был. А хлебзавод расхерачил самолет. Он один из тех, кто выжил. Вот такое какое-то было. С Библией. С Библией, да. Наверное, да. 3 года до этого воевали. У нас уже светогляд успел поменяться. Вот. И потом каждый день все это началось. И через неделю уже Макаров, там уже людей. Ну мы всех, кому видели, говорили, уезжайте. Вот рассказывали маршрут, говорили, уезжайте отсюда. И через неделю Макаров был уже как Широкино был. Да. Они просто каждый день, каждый божий день они пакет градов по центру города. В мост они сколько раз, 6, наверное, отработали ракеты. Да? Очень большая поддержка всех отовсюду. Да. Просто. Я помню, мы зашли на... Просто у нас батальон зашел на ферму какую-то, когда мы в марше были, на ночь. И в ту же ночь приехали местные девочки и привезли нам кушать. Ночью вообще. Только узнали, что мы приехали, они сразу же приехали к нам. Это было очень... воодушевляюще. Вот. Потом в Гавронщину мы зашли, там как бы команды не было, но прошли полностью это село, смотрим, что-то не то, а в Гавронщине у меня, короче, у друга мамка живет, а там каждый год шашлыки жарили, ну, я, конечно, за дело чести было туда первым зайти, то я туда и зашел к ней во двор, там плакала, ну и все плакали. Я когда выходил в Гавронщине первый, там буряты стояли, они как-то не очень реагировали на это дело. Потому что я кореец наполовину, и они немножко нервничали. А когда выходил Трамадол уже следующим за мной машины, то уже сразу радостью было, обниманий. То есть немножко путали люди. После победы поеду обратно в Гавронщину, Макарову, туда в хату, пожарим шашлыки, как в старые добрые времена. Да. Вот. Может, еще отстраивать будем. После войны еще то строить. Хотя они там так взялись за это, что там, возможно, мы как приедем, уже все будет отстроено, они очень результативно там, насколько нам известно. Слава ДШВ! Смерть российским оккупантам!